что, похвастаем здоровьем богатырским. Здравствуйте. Только оружие придется оставить. На диспансеризацию давно ходили? На печенегов ходил, на диспансеризацию не ходил. Прививки делали? Во, виду не дала. От всех болезней из глаза защита. Ведете активный образ жизни? Да это просто кольчуга тяжелая. Будет совсем не больно. Да я ж богатырь земли русской, ничего не боюсь. Доктор, я как Марию Царевну вижу, мне стрела не летит, понимаете? Нет. Тетива не натягивается. Ну, это поправимо. Проверьте свое здоровье, даже если вы чувствуете себя богатырем. Павильоны «Здоровая Москва» ждут вас в парках столицы. Доброго здоровья.